Ёпрасы, ты посмотри на меня, ну где, где мой левчуган-то, а, водички попить? Где выкинуть? Где моя одежда, скажи, пожалуйста? Ни каски, ни левчугана! Дети, успокойте свою бешеную мать, пожалуйста! Вот пойдем в шахту, вот добудем железо, вот добудем эти проклятые алмазы, вот тогда и скрафтим тебе все, что ты хочешь только в этой жизни. Просто знаешь, там подписчики пишут то, что не ходите в шахту, не ходите в шахту, шахта это скучная. Ну ладно, как бы не пойдем, хотя идти надо, но ты тогда давай не ной то, что у тебя нет нормальных вещей, хорошо? Это не я виноват, а вот они, кто пишет. Давай садись туда к Магомеду и давай тащим домой лам. А то мы в прошлой серии наловили 4 ламы и даже не знаем, что сейчас с ними делать. Ип, ты с ламой плывешь, и я с ламой плыву. Это очень смешно со стороны выглядит. Катя, мне кажется, это время спеть для наших новых детей какую-то морскую песенку, пока мы плывем домой. Ага. Так. Почему же дождик капает по лошади? Не, не морская, да, вообще? Это вообще не морская тематика, да, что-то другое. О, там Ярик прыгал! Давай про дельфина и русалку. А, дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара, не пара. Дельфин и русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Какие-то мы очень плохие певцы, наверное, у всех подписчиков сейчас из ушей кровь пошла. Плюсик в комменты, если это так. Вот сюда, Степа, мастер 2.0 и Маргарита, встречайте. Так, где мой поводочек? Ее надо же вытащить. Давай, 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 сюда, сюда. Заходите внутрь, заходите внутрь. Молодцы какие, давай. Тащи, 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 тащи. Внутрь зайди до ремонта. Давай, 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 сейчас я ему помогу. О, все. Молодцы. Только, мне кажется, надо будет загончик немножко расширить, а то здесь тоже вообще прям места нет. Да нам все расширять нужно. Ну ты посмотри, им там нормально, им там весело впятером. Скучно, да, точно не будет. Нужно точно расширять, но как бы ты не забывай, у нас еще 2 ламы, пошли. Давай, может, чуть-чуть потом. Иди сюда, иди сюда. Дай мне, пожалуйста, ту карту, которую я тебе подарил в предыдущей серии. Хотя как подарил, я просто стал поносить. Ага. Карта исследователя лесов. Вот тот самый особняк, куда мы с тобой, Катюха, сейчас должны отправиться. Только после того, как мы перевезем 2 лам. Да ты подожди со своими ламами уже. Нам надо отправляться на запад, вот туда. И особняк где-то там будет находиться. Только проблема особняка в том, то, что он может находиться за тысячи, 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 тысячи километров. И, Катюх, я даже не знаю, сколько туда надо будет бежать. 1 день, 2 или 3 или 10. Я имею в виду реального времени, жизни. Ну, значит, будем бежать столько, сколько надо. Главное, запастись жрачкой. Да, жрачка это главное. И бронькой тоже главное. И, да. Я хочу в шахту. Шахта это мое любимое место в Майнкрафте. Да ты понимаешь, что я тоже люблю в шахту идти, но проблема в том, то, что, ну, естественно, как бы мы читаем... Что мы читаем? То ли газеты, то ли комменты. Что мы читаем, Кать? Ну, комментарии вообще-то. Ты вот газеты, может, и читаешь, а я комментарии. Не, я комментарии тоже, кстати, читаю. И в комментах многие пишут то, что не надо отправляться в шахту, не надо, это скучно. Но по-другому как? Как нам выжить? У нас даже железа нет. У меня скоро труханы сломаются. У Кати лифчик сломался. Что нам дальше-то делать? И шляпа сломалась. И шляпа сломалась, Катина. И жизнь моя, наверное, да, сломалась, потому что я до этого момента не нашел Чебурака. Он как потерялся в предыдущей серии, так и там где-то остался. Только знаешь, что мне сказали? То, что, возможно, есть 3 варианта, куда он мог уйти. Первый вариант — ад. Давай посмотрим, может, он там. Да мне кажется, вряд ли. Может, он сюда случай... Чебурак, ты... Ах ты, собака вшивая! Ты чё меня до обосрачки просто испугал в предыдущей серии? Ты просто... знал, что он здесь? Я не знал, что он здесь. Я просто под предыдущей серией прочитал где-то 2-3 коммента были, то, что кто-то написал, что он, возможно, случайно в ад, в портал зашел. Ты же помнишь, как там случайно свинозомби заходил домой? Ну да. Ну, он также через ад к нам домой попал. А тут давай ты обратно под... как его офигеть обратно? Офигеть. Я в шоке. Непослушная псина. Сейчас да ее затолкаю. Все, да... Домой. Прям посерединке домой, поставить. Домой. Ой, да отправься домой, ёханый бабай!
Так, ладно, Чебурак, давай вот так попробуем. Иди сюда! Иди сюда! А, так, возможно, потому что он сидит. Чебурак, встань! Встань! Ага. Сюда иди! Сюда иди! Давай внутрь, внутрь, внутрь! Вот, заходи. Домой. О, давай помалесеньку. Ага. Ну ты пешилась, он стоит на месте. Да что ж ты такая тупая псина, давай домой. Надеюсь, вы сейчас вылезете из ада вместе. Нет. Я-то из ада вылез, а Чебурак как в заду был, так в заду и остался. И что теперь делать? А сейчас он сам подошел и сам ты пехнулся. Дуримонда, ты... дуримондовская. Ой, это у тебя собака какая-то вообще невоспитанная. Конечно. Иди сюда! Все, все, давай, 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 давай. И, пожалуйста, ради всего святого, я тебя посажу на эту задницу. Держи косточку. Держи покушать, я тебя накормлю просто до потери пульса. Кушай, мой миленький. Он захавал 4 куска говядины. Спасибо, ребят, то, что писали в комментах, то, что он может быть в аду, потому что я реально думал, то, что его уже или утопленник зашандарахал, или он куда-то в лес убежал. А ты, походу, на задницу себе приключение, да, хотел найти? Ясно все с тобой. Милка у меня хорошая кошка, никуда не убегает, воды не ходит. Воды? Воды. 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 Воды не ходит, по воде не ходит. Шахты шахтами, милки милкими, дурацкие чебураки дурацкими чебураками. Но надо отправляться туда, куда мы запланировали отправиться в последние 2, а то и 3 серии. В особняк! Слушай, мне страшно туда идти, я боюсь, а вдруг там опять вот этот рейд будет, а вдруг опять свина, вот эта большая свинья, да? Свина-свин. Они там и есть, это те же монстры, которые делают рейд. Нет, все, я тогда остаюсь здесь. Поэтому я предлагаю прямо сейчас взять самые необходимые предметы. Затариться едой, накормить всех наших животных и отправиться в далекий-далекий добрый путь. Ну и потом забрать еще тех двух лам, которые там на другом берегу остались. Готовься, Катя. Чарь предметы, бери еду, корми Милку, прощайся с ней, как будто ты с ней больше никогда не увидишься. И мы отправляемся. Кошечка моя голубоглазенькая, я вернусь. Обещаю, не слушай этого плохого дядю. А еще иди помоги мне зачарить алмазку наконец-то, потому что у меня 30 уровень. Я тебе помогать не буду, просто бери сама чарь. Мне интересно, что Катя сейчас попадется на 30 уровне зачарования. То есть я ставлю кирку. Ты ставишь кирку, ставишь лазурит и просто чаришь на 30. Именно на 30. Самый нижний ряд. И тут написано прочность 3, то 3 точки, вопросительный знак, да? Да, 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 давай, давай на вот это, давай на вот это. И шо? Эффективность 3, прочность 3. Скорость атаки 5 урона. Ну, неплохо! Эффективность 3, прочность 3, это, наверное, самая золотая середина, которая только может существовать. Я тебя поздравляю, Катя, ты больше не нубасина. Это хорошо? Это хорошо. Пошли. Это отлично, я рада. Наконец-то. Держи шапку, скоро зима, надевай. А лифчик? Лифчик? Без лифчика будешь ходить, у нас железо. Пожалуйста, лифчик. У нас нет железа, без лифчика. Мне кажется, мы с тобой просто идеально выглядим. У тебя нет трюханов, у меня нет лифчугана. У нас полный инвентарь еды и наши любимые животные. И все. И Ярик балбес, который под нами плавает. Да, надо, подожди, надо еще Ярика напоследок покормить. Жареную тресочку. Ты где? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Держи, дорогушенька, держи. Мы отправляемся в далекое-далекое ядрить-колотить путешествие. Надеюсь, то, что мы выживем. Надеюсь, то, что мы вернемся. Вот Ярик грустит, прыгает здесь. Держи еще, Дуримонда. Ярик, я буду скучать. Чё ты сказал? Держите здесь Пашка, Сашка, Наташка забыл, как вот, сына зовут. Вот посмотри, вот ты вот смог бы сейчас всех наших детей по именам назвать, которые здесь есть? Чебурак, Милка, Пашка, Сашка, Наташка, Машка, Маргарита, Мастер 2.0, дальше Магомед, Нургомед и Хабиб и Степа. Опа. О, Ярик там прыгает. А, ну, ну да, еще и Ярик, еще и Ярик. Опять ну, Ярик, сухопутная, да. Дуримонда. Пора. Я забыл самое главное, подожди. Я бы себе этого не простил. Только посмей его покрасить в розовый. Это сразу развод. Мы хоть и не женаты, но это развод.
Все, ладно, ладно, не буду. Пошли. Если примерно нам будет часов 6, то это где-то 300 песенок. Надо, 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 дорогу не торопиться. Готов слушать? Это плейлист на сегодняшний день. А, дождь. Это небо плачет, не хочешь, чтобы мы куда-то уезжали, Кать? Давай вернемся. Да ну и вот этот особняк. Нет, 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 нет. Я должен научить тебя играть в Майнкрафт на максимум, чтобы ты все узнала, что здесь происходит. Вот прям все, 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 все. Поэтому идем за особняком. Ладно, уговорил. И три, четыре. Надо, надо, надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потом трудно на свете быть одному, быть одному, быть одному. Знаю, знаю. Лиса, ой. Это чтобы вы просто понимали, она где-то уже 19-й раз поет одну и ту же песню. Кать, успокой, но... пожалей, пожалуйста, мои уши. Но она же такая милая песенка, она очень подходит под наше путешествие. Пушешествие. Пушешествие. Надеюсь, то, что нам еще недолго. Ты просто вдумайся хотя бы на одну секунду, сколько же всего интересного мы с тобой сможем найти за это путешествие. Джунгли, болото, грибной биом, зимний биом, с ледяными шипами биом, глиняный биом, джунгли, джунгли. Было джунгли уже, было. Было джунгли. Опа! Деревню еще сможем найти, кучу деревень мы сможем найти. Очень крутые цветочки. Ты смотри, ты раньше не видела даже, или видела? Но, видела, это новый краситель для Чебурак. Не надо его красить в розовый, пожалуйста. Кошечки, жители и много всего интересного. А мы будем вытать эту деревню? Да это, наверное, опять долго будет. Давай посмотрим, что здесь в кузнице вот это есть. Хлебушек, в принципе, нормально. Хлебушек, обсидиан, заберем. Здравствуйте, на работу, пора просыпайтесь. Середина ночи, 4 изумруда, ладно? Тут яблоки, хлеб. Ну, я говорю то, что не надо все лутать. Там далеко особняк? Или недалеко? Ой, не знаю. Ой! Очень далеко. Я отправляюсь туда один. Катя себе голову разбила. Нет, все хорошо, я жива. Ну, слава богу. Надо, 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 дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому трудно на свете. 49-й раз. Опа. Так. Это лед? Это, ну... Нет, ядрить, колотить! Вода замерзшая! Вода замерзшая, это лед вообще-то, молодой человек. Ой, тебя можно толкать, и ты катаешься. Все, подожди, подожди. На льду дрифтить можно, Катю. Подожди. Да. Смотри, 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 смотри. Я к тебе хочу. Вся башка закрутится, подожди. Реально, подожди, тихо. Кого только что на клавиатуру или на телефон стошнило, плюсик поставьте, пожалуйста. Так, подожди. Меня лично стошнило. Это получается то, что на дороге к особняку мы с тобой нашли... Зимний. Бежать нам еще, наверное, очень далеко, поэтому я тебе предлагаю перед тем, как мы дальше отправимся... А, ну он закончился, он просто не очень большой был. Ага, да. Очень весело, очень спасибо за такую вот погодку. А здесь медмишка меня убил, да? Не, или нет, не здесь Мишка не, меня не, убил. Не. Стоять. Я? Стоять. А, стоять. Что такое? Это тут кролики-альбиносы, у них красные глаза. Во-во-во, я как раз их иду убивать. А, смотри, чтобы они тебя не убили. Оп, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Давай! Иди сюда, какашка. Охотница, просто охотница. Если кто-то сомневался, что у меня за девушка, охотница, сразу же отвечаю. Дикая тигрица. Ты тигрица? Да ты бабуинчик маленький, какая тигрица? Тигр, ты смотри, что ляпнул. Я с тобой больше не разговариваю. Да потому что сказала какую-то фигню тигрица. Выхухоль разве что. Вот оно, слышите, да, как он меня называет? Выхухоль он меня называет. Я шучу, это хорошо, то, что я пошутил, потому что если бы я не пошутил, я бы не нашел это иглу. Иглу, это домики этих самых эскимосов. Так.
Ты знала то, что в иглу может быть секрет? Я надеюсь, то, что в этом иглу он будет. Смотри. Я не помню, где он находится, но в некоторых иглу есть секретный спрятанный люк. К большому сожалению, его здесь нет, потому что они зажали его здесь построить, и нам, походу, не повезло с этим иглу. Ладно. Нет, оказывается, зимний биом не такой маленький, как мы изначально подумали. Здесь есть продолжение просто в другой стороне, поэтому мы туда отправились. Опа, там еще один иглу есть! О-о-о! Я не успокоюсь до тех пор, пока Катя не пока... Это не иглу! А что? Это зимняя деревня! Подожди, Катя, дрифт, давай. Давай. Я думала, что зимний биом, он маленький. Ага, маленький, он может быть нереально большим, маленький. О, это Merry Christmas, give you my heart, but the very next day, take me away, first you, это где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Попку кусают! О, сейчас спасём! Тут опять зомби-апокалипсис, что ли, начался? Зимний зомби-апокалипсис, я спрячусь, пожалуй, куда-нибудь в иглу. Главное, жителей не буди, пускай они себе спят, Катюха. Тихо. Подъем Новый год скоро! Ага. Куда ты меня опять завел? Я думал, ты мне что-то интересное покажешь, что тут опять меня хотят только убить. Игори вот эти вот. Тихо! Опа! А-а-а! Это что за нашествие человеков-пауков? Сюда! О, вот игл! Вот, кстати! Ух, так. Катя! Ты где? Помоги, пожалуйста. Я нашел секретный проход в иглу, про который я тебе только что говорил. Где ты? Я сейчас прибегу. Я в иглу. А, вон ты где. Я тут отбиваюсь, Катя! Я бегу! Катя, помогай! На, собака! В смысле, паук! На! Ты будешь отбиваться в этой жизни или нет? А, ну, можно было и так, согласен. Я тут защищаю. Да ладно. Ну, ты просто не особо умный, но ладно. Так, это что-то, это секретный проход? Это секретный проход, да, это оно есть. Залезай. Как в него? Воткнись в него. Прям почувствуй то, что он в тебе. Ну, или ты в нем, наоборот. Ну, в смысле, проход! Подожди. Ого! А можно обратно? Тебе что? Это заключенные? Это заключенные? Так, подожди, я помню то, что с ними надо что-то интересное делать. Да, в каждом сундуке здесь у нас будет золотое яблоко и обычное яблоко. И как раз-таки, Катя, не зря мы нашли эту иглу, потому что сегодня у тебя будет урок выживания и спасения людей. Медицина, это тебе не хухры-мухры, поэтому слушайся меня, доктор Едуард тебе сейчас все подскажет. Бери золотое яблоко, я беру в зельеварке взрывное зелье слабости, местный зельевар, неплохо. Я вообще сейчас в шоке, ничего не понимаю. Смотри, я кидаю ему в рот зелье слабости, мы его ослабляем, потом ты ему также в рот запихиваешь золотое, вот это яблоко серебряное, и он начинает лечиться. И возможно, если нам очень сильно повезет, этот зомби в конце превратится в обычного человека. А мне надо правой кнопкой мыши, да, в него запихнуть? Да, главное не съешь, а то будем новое крафтить. Так, отойди, хотя нет, подойди к нему, молодец. О, корми! Ёпрст, ты что с ним? Расплющило прям на максимум. Он пукает красными. Он пузырьками красными реально пукает. А с этим обычным-то что делать? Я обычного можно выпустить, я не знаю, что он здесь делает. Выходи, если он, конечно, не заряжен. Выходи. Предложение. Кожевник. А вот с этим надо немножко подождать, потому что он может превратиться в обычного человека, ну там, через спустя какое-то время, там 5-10, может даже 20-30 минут. 5-10. 15-4-5. Да, Катосик достиг цели, доктор для зомби. Какой доктор для зомби? Ты излечил... Ядрить меня в пенсию просто... Мы его излечили.
А ты ачивку получила, доктор для зомби, вот видишь? Так, Чупакабра, он даже ничем не торгуется. Ладно, сиди здесь до посинения. Эй, давай выпустим его, ты чё? Ладно, ладно, слушай. Вот, ой! А, и шандарахнули ему по носу, да? Ай, вот все, это вот... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да, а дети, отвернитесь, если меня смотрят дети! Все, пора заканчивать серию, пора заканчивать серию. Он, походу, очень долго в этой клетке сидел, прямо кабанел-то так озверел. О, нет, Катя, заходи сюда обратно. Все. Давай заканчивать, все, до свидания, было приятно с вами познакомиться. На этом мы закончим, мы там подождем, пока они там свои дела доделают, и продолжим вот с этого момента в следующей серии. Надеюсь, то, что до следующей серии он уже там немножко хотя бы устанет и прекратит вот это все. Что-то они там льют. Там кто-то бухнул только что. Ты слышал этот звук, да? Вы уже бухаете, что ли, а? Ага, напипекались и бухать дальше. А, пусть все с вами ясно с этим Майнкрафтом. Все, Кать, валим отсюда. Он стал священником. Господи, ты еще и священник. Сколько тайн ты еще хранишь, а? Так ладно, все, до свидания. Ну это реально уже какой-то дурдом, пацаны. А еще учитывайте то, что вы два мальчика. Ага. И сейчас просто представьте, как стыдно нам за вас. До свидания. Обкурышек.